вы там поживаете? Я за вами всем уже скучал. Где ваши лайки? Ставьте мне лайки, я же ваш Ханс. Я ему говори, что мне будут рады больше. Привет, братан, привет. Я не киса, я горилла. Горилла. Живой горилл. Я сказал, как там Краковия? Надо спрашивать у Рудольфа про Краковию. Привет! Верните Рудольфа, верните Рудольфа! Я лучше Рудольфа, я Ханс, Ханс лучше Рудольфа! Где Артема? Артема, иди сюда, сучонок! Не обижай мою обезьяну, ты. Я ору. О, Рудольф. О, это я. Кинг Юджин орёт с нас. Привет, привет. Братан, как страну найти твою? Как найти её? Просто смотри её в интернет. На границе Болгария и Сербия. Ханс крутой мен. Ханс очень крутой мен. Гугли нету, а ты на ебанутого похож. Я смирюсь с этим уже давно. Очень смешно с обезьяной. Ханс такой брутальный. Он же горилл! Конечно он... Не обижайте Рудольфа. О, еще один человек. Пошуми, блядь. Пошуми мне еще тут. Спой песню, я из Германии прибыть. Веган. Нет, я не веган, я ем мясо. Пой. Нет. Пусть поет колонка. Колонка умеет петь. Как ты относишься к России? Более уважительно, чем ты, я Россия пишу с большой буквы. Какая ты охуенная. Здорово. Опять я. А что с голосом? Просто такой голос. Веган. Нет, я не веган. Извиняюсь. Как вернуть парня, если он бросил без причины, а я его люблю? Не знаю. Зачем тебе его возвращай? Найди другой, дебиль. И люби его. Как дели? Все отлично, как ваши дели? Очень рады вас видеть всех. А ты откуда? Fucking bullshit, it's good idea, man. Oh, thank you, man. Я из Киева. Да, я снова на работу. Ханс, терпи свой собачка. Протактини, портакина. Возможно, это... Это делай мой мать Ингрид, она татуировщик. Она думает. Нет, спасибо. Нет. Не играли, но проиграли. О чем видео? Значит, просто обо мне, Рудольфе, о моя обезьяна Ханс и о его собачке Артем. Нахуя тебе такие портаки? Моя мать делает их мне как подарок, я не могу, отказывайся. Ты откуда? Lizzy 17 asks. Я против... Ой, против. Я из Киев. О, собачку назвали Артем, кстати. Арчибальдо, по-другому. Здравствуйте. А как вы относитесь к творчеству Владимиру Владимировичу? Это группа такой, или певец, или художник, я не знаю. У тебя акцент, откуда ты? Я из Киев, а вообще из королевства Краковия. Путин это. Человек пишет «Слава Россия», но с маленькой буквы. Очень сомнительный «Слава». Нет, Краковия, королевство Краковия, это страна,
Между Сербия и болгарские урюки. Ненавижу болгар, блядь. Мдр. Потому что я чурка. Саймир. И лес. Обама чмо. Обама чмо. Обама повышай налоги и отменяй пенсия. И вообще Обама чмо. Твори зло для России. Ненавижу Обама. Обама обезьяна хуже, чем Ганс. Нет, ты не обезьяна по сравнению с Обамой. Ты молодец. Ты хороший обезьяна, Ханс. Жалел ли ты то, о чем жаль, не знаю. Откуда? Из Киев. Ты прикольный, спасибо, Даша. Кстати, Даша, мой любимый имя, женщина. Нету никакой страны Краковия. Пиши Краковия с большой буквы. Если тебе не нравится Россия, можешь писать ее с маленькой буквы. Хорватия. Не совсем это рядом от Хорватия, но это не Хорватия. Томи. Оу, какой милый акцент. Пандора Девил. Зачем ты открывай ящик Пандора? Ардюсвенск. Нау. Томи. Май бой. А ты так угарненько говоришь, знаешь, скороговорки можешь прочитай. Если ты писай, я попробую читай. Боже, опять повторяй. Покажи тату. Ты их обзывай портак. Это плохое слово, я знаю. А моя мать расстроилась бы, если бы ты так сказал. Ты француз? Нет, я краковиец. Желекив. Зизи. Это мило, но я не понимаю ничего из этого. Но звучит прикольно. Хи-хи-хи. Покажи портак. Нет, спасибо, нет. Моя мать, обижайся, если узнаешь, что он и тебе не нравится. У тебя красивые татуировки. Нет, он человек пишет, что ему не нравишься. Главное, что нравишься Ингрид. И я рад каждый подарок от Ингрид. В недрах тундры, видры в гетрах, пилят ведра, ядра кедров, скороговорка. Корабли лавировали, лавировали, да не выловили. Выловировали. Боже мой. О, человек, мустанг, Вася. Мачо, не будь так грубый, это же девушка, в конце концов. Я и родом из королевства Краковья. Ненавижу, блядь, болгар, чертовы цыгане, я бы убивай болгар, устраивай геноцид в Болгарии против болгар. Ты, бля, сам понимаешь, какие слова говоришь? Смотрел терминал Спирберга, там была Кракожья страна, выдуманная. Может быть, Кракожья и выдуманная? Я болгарин так-то. Уйди отсюда, ты воняешь. Хочешь под Горбачеву? Yes. А сейчас в Киеве? Yes. Посоветуй фильм. Я бы смотрел «Омерзительный восьмерка». Советовал вам. Что делаешь в Киеве? Я работаю. Буське передавай привет. Кто такой Буська? А, Буська, привет тебе. Посоветуй порнушку. Я люблю King. Там, где fucking machines. Там, где всякий механизм делает всякие странные вещи с женщиной. Это весело. Особенно велосипед с такой тыкалкой. Мне очень нравишься. Сей пул. Любишь гей-порно? Нет. Я не понимаю, когда один мужчина тыкает другой свой шпрецель. Как-то это нелогично. Я врач. Если вы замечаете, написан medical records, что значит медицинские записи. У тебя есть девушка. Что ты знаешь? За Лисаго из Бразерс. Он в хорошей форме и у него достаточно сильный шпрецель. Я считаю, что если я бы видел такой шпрецель на пляж, я бы бежал от него. Достаточно опасный. Сейчас подожди-ка.